следующем году в Якутии будет существенно увеличен объем грантов для общественных организаций из государственного бюджета. Отметим, что в этом году объем субсидий составил 10 миллионов рублей. В целом же на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций было выделено порядка 720 миллионов рублей. О господдержке некоммерческого сектора в республике говорили сегодня на правительственном часе в Государственном собрании Ил-Тумен. С 2010 года по 2016 количество НКО увеличилось вдвое. На сегодняшний день в Якутии их зарегистрировано более 2000. Основными направлениями, которые поддерживает государство, являются социальные проекты, патриотическое воспитание и благоустройство. Среди существующих проблем отмечены длительная процедура регистрации НКО, малое количество организаций в районах, а также недостаточно развитое оказание социальных услуг. Не получила своего развития система участия социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг. Мы начали работу ресурсных центров с прошлого года. В этом году активно начали работать ресурсные центры, но между тем существует определенная проблема, когда необходимо в республике развивать инфраструктурные ресурсные центры. Все-таки имеет место быть недостаточное обучение представителей некоммерческих организаций, имеющихся особенно в трудностях в ведении финансово-хозяйственной деятельности и в предоставлении отчетности.